Вот такая вот машинка, вот. У нее спереди нарисована такая вот головка, в общем, личико такое нарисовано у нее. Вот. Когда она едет, у нее приподнимается капот. Сама она вот такая розовая вся вот. У нее вот такой вот капот. Когда она едет, он у нее приподнимается вот. Очень такой интересный у нее капот. Капот приподнимается за счет того, что у нее внизу вот колеса, когда крутятся, вот такая вот штучка есть, которая приподнимает капот. Очень интересная розовая штучка. У нее такая улыбка нарисована, такие глазки. Сама машинка розовая. Она блестит, вот, такая красивая, вот, у нее выглядит она спереди, вот так вот, у нее такие красивые розовые фары, вот, ну, очень красивая такая машинка, вот. Снизу она выглядит вот так она капот поднимает, вот. То есть за сам капот не надо хватать, потому что капот можно отломать, если за сам капот хватать, вот. У меня вот такие желтые колеса, вот. Вот. Что вот сбоку она выглядит вот таким вот образом, вот. Такая красивая, блестящая машинка, вот сзади выглядит она, вот. Так, вот. Так отблескивает, как будто там, не пойми, что, ну. Просто она так блестит, как будто, я не знаю, что это, она не так блестит. В общем, новая машинка блестит, как, я не знаю. Ну, это так, чтобы красивее было, старается, что ее так делали. Сверху она выглядит тоже такая блестящая, вот. Показать ее сверху, вот. Вот такие у нее мигалочки, или что это у нее тут. Сделано вот сверху, вот. Сверху показывалось с двух сторон, вот. Такая вот машинка. Красивая, в общем, она и с этого боку, вот, красивая тут. Это у нее такие окна, вот, ну, окна у нее не прозрачные, окна у нее вот тоже. Окна у нее розовые. Колеса крутятся довольно хорошо. Тут просто не очень твердая поверхность, поэтому сильно багажник не поднимается, но... Видно вот, что багажник поднимается, вот, когда она едет, раз-раз. Вот. Такая милая машинка мне досталась, вот. Просто никак не налюбуюсь. В общем, кому понравилось, пишите комментарий. В общем... Ставьте лайки, жду ваше мнение вот о такой машинке милой.